перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Что происходит, непонятно, с эфиром. Точнее, с инстаграмом. Какая-то фигня происходит. Чё, как слышно меня, нормально? Привет, что? Нормально меня слышно, да? Сейчас не смогли, короче, с Парагрином пообщаться в прямом эфире. Потому что я не понимаю, какая-то фигня происходит с инстаграмом. Что-то все виснет, все зависает. Че, как дела, рассказывайте, че нового? Я ненадолго вообще, вообще ненадолго. Да хорошо слышно, отлично, отлично. Давно не выходил, короче, в эфиры, потому что дофига... Дофига дел. Я в Москве. Собака у тебя мощная. Да, собака хорошая. Голуби отлично поживают. Кушают. Ходят. Летают. Студия звукозаписи в Питере. Ну, Сабокс я могу посоветовать. Слушайте, следующий батл, как я понимаю, будет в воскресенье. Это будет Майлз и Династ, по-моему. Да, Майлз и Династ. Дай денег. А что будет в Дивеево в августе? Плесецк с нами. Как вам последний батл, кстати? Как вам последний батл? Парагрин МакКоннан. Инкиду с нами на связи. Спрашивает, как доволен ли прошедшими батлами. Ну, я спойлерить-то не буду. Ну, там есть о чем поспорить. Ну, было мясо. Было мясо. Меня радует этот фрешблад. Батл вышка. Панчи от бога. Кто тут у нас такой... Рэпа набираю. Сейчас обсудим. Отклонил приглашение. Ну окей. Два раза пересматривал. Блин, я рад, что понравилось. Сколько у тебя тату? У меня 3 тату. У меня даже нет времени нормально подзабиться. Но скоро будет, я думаю. Так. Так, так, так. Губки пухлые, да. Странные вопросы. Тату личного характера, не для красоты были сделаны, поэтому я даже объяснять никак не буду. Как попасть на газ? Я не знаю. Честно.
Какие у вас отношения с Окси? Довольно-таки сложные. Довольно-таки сложные. Потому что и у нас противостояние в рамках Версуса, и он также хочет победы, как ментор, также, ровно так же, как и я. И очень много возникает разных споров и вопросов, и недопониманий. Вот. Поэтому сложно, сложно. Бывает, спорим там и всякое такое, но мы люди адекватные, приходим к какому-то мнению. Так, Рита, иди борщ варить, не, хватит смотреть этот эфир. Как попасть на батл? Ребята, что все вопросы-то про батлы? Че, я вам ничего не могу сказать. Все вы уже видели, а будущие батлы я не буду спойлерить. Даже косвенно. Поэтому я думаю, что не стоит выпутывать из меня информацию. Ну вот. Я не хочу говорить про мотивацию, там какая-то мотивация, не мотивация, как я мотивирую. Зачем мне это рассказывать? Это мои какие-то, наше личное общение и наши личные дела. Вы все увидите на батлах. Все увидите на батлах. Скоро, кстати, новый выпуск Анана ТВ. Я думаю, на этой неделе. Зачем ты такой классный? Новый альбом, ребят, вышел в феврале. Ну, как же вы так? Что думаешь о семье? Я считаю, что семья – это прекрасно, ребята. Желаю вам хороших, крепких семей. Фиты пока не планирую ни с кем. В субботу что будет? Выступление будет. Прям пиздец, игноришь, что будет в субботу. Выступление. О возвращении Джонни Боя, что думаю? Молодец. Молодец. Ждем батл реванш. Новый батл завтра. Да, в среду. Да. Завтра новый батл будет. Что из российского рока посоветуешь? Ну, не знаю. Какие-нибудь Сплин. Будут еще показаны встречи менторов с командами. Вас ждет много интересного. Ждите. Что посоветуешь из американского рэпа? Слушайте, ну, у Кани вышло пару альбомов неплохих, особенно с Кит Кади. Я сейчас слушаю ASAP Rocky, который мне изначально не особо зашел. Я у нее, ну, что-то так. А потом «Ты постарел». Ну, это вообще как бы нормально. Типа,
А потом нормально зашел, вот. И так, так, кто-то пишет, не постарел. Ребят, разве имеет значение это постарел, не постарел? Это не имеет никакого значения. Главное творчество и что человек говорит в своих песнях, насколько крутую музыку он может делать, а возраст это не радует. Страшный мопс мне пишет. Вот, видите. Соглашусь. Главное душой не стареть. Главное живой. И кто у тебя говорит фаворит в команде, но я никого выделять не буду, это неправильно. У меня вся команда фавориты. Можем мы сделать американцев в рэпе? Ну, чисто теоретически, да? Только для этого нужны огромные вливания в индустрию. Так, про Джонни Боя только что отвечал. На дисках альбом мы уже не выпускаем. Очень хочу на газ, отпиши. Давайте я наберу, пообщаемся с тобой. А, тебе еще и не набрать. Харви, который хочет на газ. Я бы с тобой сейчас пообщался, но что-то тебе не дозвониться. Ребята, ну я не согласен, что типа ру-рэп и американский рэп это вообще небо и земля. Нифига подобного. У нас тоже отлично развивается музон и просто не хватает вложений в индустрию. Вот и все. Вот и все. Но со временем, я думаю, это изменится. Серега, привет. Как дела? Ладно, что, я ненадолго, я только приехал. Так зашел, может, кто из наших, может, кто из команды думал, может, в Инстаграме сейчас сидит, созвониться, пообщаться, но что-то никого нет. С Гришей не получилось выйти нормально в эфир. Что-то зависания какие-то были. То, Киев Стонер с нами. Здорово, братан. Ладно, все, я ушел, всех обнял.